попили чайку, попели вместе, а потом все сдали, наверное. Ну, я знаю, что вот преподаватели, которые сейчас были на сцене, они все-таки строго подходят, особенно к тем, кто занимается вокальной студией вместе с ними. Когда-то, давным-давно, в программе «Утренняя звезда» лауреатом была хорошая девочка. Потом эта девочка превратилась в девушку, и эта девушка приняла участие в телевизионном проекте «Главная сцена», и она стала финалистом. Лауреат международных конкурсов Анна Малышева.